Всем привет! Ну и сегодня мы завершаем эту историю с активистами, и как я вам обещал, будет видео из райотдела. 2 часа мне пришлось отсмотреть этого видео, чтобы повыбирать самое интересное. Там много, в принципе, всякого такого было интересненького, но пришлось уже выбирать между. Итак, помните, ребят задержали жестко, с применением физической силы и наручников, и доставили их в Голосеевское управление полиции. При этом в момент задержания и вот в момент вот этого вот перемещения в патрульный автомобиль им даже не сообщили о причине, почему же их, в общем-то, задержали. Хотя обязаны это сделать, они по закону. Прошло уже какое-то там время, я не знаю, может 10, 15, 20 минут. И уже в райотделе вот один из этих ребят, Леонид, включил видеозапись, то ли стрим на Фейсбуке, ну, в общем, через какое-то время появилось вот это вот видео в райотделе. Минут 10 вот они записывают видео, а к ним никто не подходит. Они себе сидят там, общаются, и где-то через 10 минут подходит вот один из этих персонажей в форме полицейского, который принимал участие в задержании. И что он говорит? Ну, вы только послушайте. Тобто нас затримали, да? Покажіть, будь ласка. Ви не затримані, ви запрошені. Я запрошений? Я складаю матеріали, так. Я запрошений, секундочку. Вибачте, якщо я запрошений, я в кайданках, мене тягли сюди, це називається запрошення. Я перепрошую. Тобто в кайданках це називається запрошений, да? І оце ви мені дірки на колінах, ви мені зіпсували одяг, ви мені зіпсували взуття. Це називається запрошений. Це таке запрошення. Ви зіпсували мої речі. Ви зіпсували мої речі. І я це маю. І це запрошення. Це якийсь прикол, напевно, так? Добре, якщо я запрошений, тоді я піду. Тому що дякую за гостинне запрошення. Я ж запрошений. Я затриманий? Секундочку, я затриманий? Я затриманий? Ви наручники? Ні. Я затриманий? Ви за рішоткою сидите? Я затриманий? Ви запрошений? Я запрошений. На складальні матеріалі. Перепрошую, але я не затриманий. Свобода пересування. На складальні матеріалі. Гарантована мені Конституція України, я можу. Я можу йти. Затриманий. І все. Пишіть затриманий. Все. Пишіть в журнал, що я затриманий. Там вже записано. Ні, вже. Вот этот вот абсолютно некомпетентный полицейский, если его так можно назвать, рассказывал поначалу, что ребята, они, ну вот, приглашены для составления административных материалов. Это какая статья? Какого закона или кодекса? Нет такого, запрошенный, что за бред? И вот после того, как уже ребята фактически хотели уйти, этот вдруг типа отдуплился, говорит, а, ну тогда сейчас я составлю протокол о задержании, и вы будете задержаны. Такой бред. Вот этого надо обязательно уволить, причем уволить с позором, и я еще дальше покажу, почему. Еще через какое-то время, там через 10 минут, происходит следующее. Вот этот вот там был этот зам командира роты, Будник, по-моему, его фамилия. Он руководил всем этим процессом, и он собрал там то ли 6, то ли 7 человек для того, чтобы обмозговать, потому что, видимо, пелена спала с глаз, и у них начал возникать у самих внутренний вопрос, а что же дальше делать? И этот Будник начинает организовывать всю эту компуху, чтобы составить хоть какие-то материалы. Я хочу разуметь, с кем мы имеем справу. Бочаренко, правильно? Мы никогда не заслушали. Заходит девушка, это блондинка, Будник ей подвигает кресло, вот это вот офисное, и она садится туда, эта девушка. Насколько я понял, как бы вот она из них самая типа грамотная, ну как бы тоже там сильно она не дотягивает до необходимого уровня, ну как я это вижу. Но я так понимаю, именно она там типа самая главная, самая типа умная и такая, которая разбирается в законодательстве. И потом эта девушка постоянно сидит возле вот этих вот
двоих товарищей полицейских, которые производили задержание, и постоянно им там подсказывать, что же им писать. А Будник, в общем, вот это все организовывает, весь этот процесс. Проходит 42 минуты с момента, как Леонид ведет трансляцию. То есть с момента задержания прошло уже час, а то и больше. Скажите, будь ласка, а що це ви пишете? Скажіть, будь ласка, який документ ви зараз складаєте? Шановні панове поліціянти, скажіть, будь ласка, ви от питаєте моє ім'я? Прізвище? Ага. Почекайте, вас зараз складуть і все повністю ознайомлять. Нам просто, а хто ви? Я представлявся, представляюсь ще раз, заступник командира роти Будник Іван Степанович. 00-00-208. Прошло более часа, да, либо около часа с момента фактического задержания, и вот Леонид спрашивает, а что вы там вообще составляете? Подходит Будник, заместитель командира роты, понимаете, и говорит, не мешайте, пожалуйста, мы сейчас составим, а потом вам все расскажем. Увольте Будника к чертям, пожалуйста. Он фактически управляет процессом вот этой всей фальсификации, понимаете? Вот тупость, понимаете? Я вот с самого начала предполагал, что им наклепают туда каких-то левых протоколов. И вот это и есть подтверждение. Час прошел. Будник, вы обязаны были сообщить людям, почему их задержали. Обязаны были вызвать туда адвоката. Так никто и не вызвал туда адвоката. Что самое интересное, понимаете? И говорит, вы посидите пока. Просто мы не скажем вам, что мы там пишем про вас. Посидите пока, а потом мы вам скажем. А прошел уже целый час, понимаете? Я розумію, ви зараз дуже заклопотані постфактом оформлення затримання. Скажіть, будь ласка, просто оті... А после этого фрагмента я понял, что вот эта вот барышня белобрысая, она нифига не разбирается в законодательстве, потому что опять на очередной вопрос Леонида, что же там происходит, она говорит, не мешайте, идет рассмотрение дела. Жесть. Во-первых, никакого рассмотрения дела не происходит, потому что составление протокола об административном правонарушении не входит в процедуру рассмотрения дела. Поэтому ей двоечка, вот, и за то, что она там тоже всем вот это вот подсказывала и учила их, как фальсифицировать материалы, ее тоже необходимо уволить. А еще такой интересный фрагмент мне понравился, когда вот эта вот белобрысая барышня уходит, вот этот вот самый главный там, который задерживал всех, крутил, он сидит и не знает, что ему делать. Он там начинает листочки что-то перекладывать, в телефон смотреть, посмотрите. Привіт, то нам писати, треба писати, треба писати. І на тих от чувака, який нас бив. І на тих, хто нас забирав. Складається. Вони ж складаються. Скажи, що я не можу зараз думати. Адміністративне затримання? Не знаю, вони сказали, що вони пишуть його, але походу, я підозрюю, нічого не пишуть. І ми це дуже намагалися з'ясувати, вони записали час, вони нам сказали, що ми, запрошені. Але потім сказали, що ми запрошені. Качиш. Значно записали. Ні, нас записали, але ми не записали, в яким статусі ми там, напевно. Ніхто нам не давав нічого розписуватися в тому журналі. Добре, і Кать, мені після Корвалова за напреліном якось взагалі, я не знаю, як пливу, як туман. Рот онімів. Викличуть ще швидку, добре, бо я як під наркозом, добре? Вот он сидит там, перекладывает листочки, понимаете, а по тайм-коду, грубо говоря, прошло уже 52 минуты с момента, как Леонид начал записывать видео.
То есть за 52 минуты вот это вот, не знаю, как его назвать, так, чтобы не оскорблять прямо, не смог составить два протокола. То есть понятно, что они сфальсифицированы, но два бланка заполнить за целый час он не смог. Даже с помощью вот этой вот белобрысой барышни полицейского. Ну а тут вообще мой самый просто любимый момент. Вот вы сейчас посмотрите, и пока я не сказал вам, что там происходит, напишите в комментариях, как вы думаете, что же происходит. Что трохи я. До речі, вікно телефону в мене в кишені. Ну, на що повинен я. Я його встиг засунути в джинси, воно не випало. Це така у нас держава, бачиш? Да, ребята, да. Он списывает. Он сидит и списывает. Причем, знаете, вот классный ракурс. Потому что вот если так представить, на месте Леонида мог сидеть какой-то преподаватель там в школе, да, и там вот на задней парте сидит вот это вот чудо и списывает. Ну ему так привычно, он так, в общем-то, учился, наверное, в школе, я думаю, в институте он вообще не учился, вряд ли бы он там смог, наверное, сдать экзамены хоть какие-то, он, наверное, смог только сдать экзамены по физподготовке. Вот, ну такой вроде здоровый, да, крепкий парень. Вот, и он сидит, списывает. Вот я бы только за это его уволил бы просто. Вот. И вот у Белобрысу уволил бы, и вот это вот, у которой он списывает, ее бы уволил. И Будника, и вообще все, кто там находился, потому что так или иначе, они находились в этом процессе. Они там постоянно что-то подсказывали, они там что-то в телефонах рылись, показывали друг другу. Ой, ну такая жесть просто. Ну и, короче, значит, составили. А, нет, еще не все. А, еще один момент интересный. Вы бажаете на оккупованной территории. Письмовое пояснение бажаете нам дать? Я зараз... И вот пока эти вот красавцы пишут протоколы, я так понимаю, Будник, который стоит там в углу, спрашивает у них, а вы хотите предоставить свои пояснения? Но я напомню... До этого момента им даже никто не сообщил, почему они задержаны, по какой статье на них составляется протокол и прочее, прочее. Поэтому бажаете надати пояснення, по поводу чего, Будник? Вы им даже не сообщили, за что они задержаны, какие они пояснения будут давать. Кушал он дома, да, или надел ли он шапку утром? Что за бред? Увольте их к чертям, пожалуйста, вот всех. Их там было 6 или 7 человек. Увольте их всех одновременно. Ну и напоследок. Так, громадянин Овчаренко ОП роз'яснює права та обов'язки, передбачені статтями. Ніфіга не було роз'яснено. Ви мені навіть і не починали. Ми тут стільки сиділи. Коли? Ви сказали, що нічого підписувати не будете. Коли? Стоп! Я такого не казав. Ну ви сиділи, ти сказав, що вам тут погано. А я казав, що я зараз в такому стані, що ловлю цей. Ми хотіли з вами розмовляти. Леонід читає протокол, в якому написано, що там, ну, там є графа, що особі, яка притягається до відповідальності, роз'яснена його права згідно статті 63 Конституції України та статті 268 КУПАП. А Леонід говорить, що ні, ніхто мені нічого не роз'яснив. Она говорит, ну как же, вы же сказали, что вы ничего не будете подписывать. Вот я же говорю, ее тоже увольте, просто увольте нахрен. То есть получается так, что если человек говорит, я не буду ничего подписывать, то можно ему и права его не зачитывать. Ну, типа, это нормально. В принципе, как бы, все, потому что там еще много чего, но я не хочу туда, как бы, все это обмусоливать. Вот это вот самые яркие моменты, то есть... Просто двоечники, да, я и видео, наверное, так назову, двоечники, ну, то есть я посмотрел, они два часа они составляли протоколы, ознакомливали людей с этими протоколами, написали туда всякую вот эту вот хрень, в протоколах нет ни свидетелей, ни потерпевших, а составили они им 173-ю, да, мелкое хулиганство,
То есть, в принципе, как я и предполагал, вот эта вот вся хрень, которую они понаписывали этим вот активистам, она просто развалится в суде. Потому что по-другому быть не может. Ну, они же как написали, что они образно цеплялись до громадян. Но потерпевшего нет и свидетелей нет. Ну, юридически. То есть они там, может, какие-то люди и есть, ну и были, которые могли бы подтвердить. Но в протоколе их нет, понимаете? А если их нет в протоколе, то ну, как они появятся потом в суде, когда будут рассматривать это дело? Соответственно, протоколы эти в суде должны развалиться. И вот этих вот двоечников всех нужно как минимум уволить. А двоих вот этих двоечников, которые фактически задерживали людей, вот этих двух активистов, нужно еще привлекать к уголовной ответственности. Потому что они совершили, ну, по моему собственному мнению, сразу несколько уголовных правонарушений. А именно, это заведомо незаконное задержание, потому что не было никаких оснований для задержания. Им просто, скорее всего, кто-то по телефону сказал, задерживайте. И они задержали, молодцы. Ну и, конечно же, наша любимая 365-я, часть 2. Превышение служебных полномочий с использованием физической силы и или специальных средств. И напоследок, что интересно хотел сказать, вот в предыдущих двух роликах по этой теме я рассказывал, что ну, я не совсем согласен с методами этих ребят, да, потому что можно было бы сначала подать заявление соответствующее, что вот там какой-то нарушитель, гражданин России поехал в Крым без соответствующего разрешения, поэтому ему нужно запретить въезд. Я об этом говорил. Но люди начали там фыркать очень сильно. Но прошло буквально несколько дней, и вот этих, у этих же ребят на их страничках появляется шаблон такого заявления, которое они предлагают другим людям подавать в службу безопасности Украины. Так где я был неправ, если они сами, в общем-то, это и подтверждают? Все, пока. Не знаю, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути таке, бажане люблю. Тому я таке тобі не дам повішати петлю.